Привет, бои, скауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в Человека-паука Грань Времени на PlayStation 3. Мы продолжаем проходить эту игру. Я бы перед тем, как мы пойдем дальше по сюжету, зашел, наверное, в апгрейды, потому что у нас там накопились всякие штуки, которые можно потратить. Ну, раз мы сейчас играем за Мигеля, тем более пауку мы прошлому прокачивали, там, здоровье. Давайте щит прокачаем Мигелю. А, у нас не хватает. Да шо ж такое? А что я могу прокачать? Вот эту штуку могу. Это у нас что? Удар, да, такой? Ну давайте возьмем, конечно. Почему бы и нет? Тем более это, грубо говоря, такие общие способности. Ну, то есть здесь графа с общими способностями. А, ну и тогда удар, я так понимаю, сверху, да? L1 и треугольник. Да, вроде норм, да. Ну, конечно, вряд ли я запомню. А, теперь мне не хватает. Прикольно прокачал. Ну ладно, все. Хотел Мигелю прокачать. Прокачал в итоге Паркеру. Окей, идем. А, я тебя не заметил. Ау. Я не знаю, уничтожил? А как я это сделал? Все, типа сюда надо или что? Ну, вряд ли. А, вот наверх, да? Или я могу пройти? А, здесь можно пройти. Я что-то думал, тут какая-то стена есть невидимая. Так, мне надо пролететь. Ну, понятно, тут как бы нам намекают, куда нужно залезть. Кстати, да, я же могу по потолку просто пройти и все. Наверняка здесь в каждой локации есть какое-то потайное место с этими там золотыми пауками или там... Ой. I need a security pass for that door, and I'm hemorrhaging time. Especially if Parker arrives before I do. If only he had listened to me. А это здесь? Что-то я не вижу. Ну, видимо, туда нужно было, да, все-таки. А я могу же пролететь? А, все, даже проще. Угу. А мне нужно как-то сюда все-таки пройти, но через другой путь. Вот это вот подозрительная штука. С разбитым. Да? Ага. Гений, ребят, все нормально. На месте. Ну, почти. Сейчас глянем, может, налево можно пойти? Тут закрыто. А, я же не прокачал в итоге для Мигеля. Сейчас быстро расправимся. Там, правда, какой-то роботизированный клон Человека-паука 2099 года. Ну ладно. Ну, или мне показалось, может. Выглядит как будто так. Слушай, у меня хорошая комбо, надо набивать. Я же, по идее, за это тоже получаю больше этих очков. Вот, кстати, у Мигеля очень удобно, смотрите, он рывками. Найс. Давай. 60, сколько? 67, 68? Еще есть кто-то? Есть. А, избилась. Нормально. Для меня, по-моему, это рекорд. Ну, он какой-то прям хиленький. Так, ключ я добыл. Не знаю, ну давайте подеремся. Здесь я могу что-то сделать, нет? А, да. Сейчас сделаем. Так и надо было. Не, ну нужно будет еще понабивать, там до соточки дойти. Я так понимаю, просто ачивочки дают. Ну, может быть, и какой-то костюмчик перепадет. Я не знаю, надо, кстати, наверное, глянуть было бы. По поводу костюмов. Ну, по-моему, здесь есть что-то, мне вот так память... Если меня не изменяет, то здесь есть даже симбиотический костюм. Ну, может, я ошибаюсь. Чё-то я такое помню. Угу. Так, все, можем идти, да? По идее, дверь теперь открыта. И сейчас, наверное, направо должно быть открыто для него. Нет. А почему? Это, кстати, интересно, а почему она закрыта и как туда попасть? Что там, бот какой-то?
А как там? Ага. Открывай, 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 есть. Ха-ха, вот это я понимаю. Wait for me to get to my 66th floor. Instead of my slowing, how about you hurry? Figures. Поспешил. А, ну они сами взрываются, то есть такие прям какие-то боты-дроны. Мне тут даже особо стараться не нужно. Ну, как обычно. Так, а что здесь? То есть во временном пар... Чего? Ну, понятно, да, я уже не смогу сделать. Мне сейчас будут отбивать. Окей, тут надо, типа, во временном парадоксе именно сделать. Кстати, за Мигеля мне нравится, кстати, боевка больше. Она какая-то более агрессивная, динамичная. Нельзя, может, потому что я такое, типа, больше люблю. Вроде все, да? Сейчас опять я буду тянуть. А, не, нормально, типа, не обязательно время. Это у меня просто было, я зачем-то использовал. Думал, что это нужно для двери, для прохода. Заскамили. Меня игра заскамила. Так, мне нужен еще один ключ. Ну, понятно, направо. Еще какая-то дверка есть. Что за дичь такая? Вау. Ко мне идет кто-то сзади? Да? Bravery? Dude, there is nothing I would like better than to just hightail it out of here. Then why the shock, don't you? Because what I do here matters, okay? Beyond changing hallways into elevators, it matters. And that's just something I have to live with, even if it means I die with it. You get it, O'Hara? Забыл, мне ж ключ надо было. Another locked door. Every door in here is sealed. So little trust in the world. Хм, прикольно. Он висит, если чуть-чуть подержать. Он начинает вверх головой висеть. Ай. Ладно, неудобно. Думал, пролечу. I just need to find the right sentry robot. А он еще дальше. Так, мне надо. Как-то так сделать. Ну, у кого-то из вас, да? Ну, слушайте, я надеюсь, что вы не будете говорить, что я, типа, пропускаю врагов, и мне нужно обязательно всех уничтожать. Так, а как мне там говорили? Вот. Ну ладно, это я хотел сделать, да. Я понял, короче, проще кулаками. О, есть ключ, ключ ждал. Ладно, сейчас уже добьем. О, кстати, можно, можно юзануть. Я не пойму, я вырубил того или нет, который лежал сейчас? Вы вообще следите за экраном? За руками. Куда он делся? Ага. Ну все, последний. Душить вас не буду. Ладно, о, видите, золотого паучка отдали. Кстати, тогда может есть смысл оставаться.
О, крылышки. Угу, понял. Ускорить падение можно. Как будто чуть... Слушайте, сделано классно. Я прям так чувствую, как он летит. И мне анимация нравится, когда он немножко останавливается. Смотрите. Вау. Вообще супер. Ау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, у меня есть... Подождите, у меня курсор... Я понял, сори, это было смешно. Ну, каждый... Ладно, один раз попасть, но все разы. Так, сейчас. А как-то стопать можно, типа? Я могу стопнуть? Нет. Жесть, я тупой. Как будто, когда ты летишь быстро, да, оно проще, но... Ау! Так. Вот это было... Вот это... Да... А, как? Как это возможно? Еще раз, что? Так, летим быстро. Все, сейчас выполню, ребят. Ну, точно. Вау. Я белка-летяга. Просто меня этот курсор даже больше путает. Я когда его не видел, я лучше летел. Ну, вы сами видели. А потом я начал на нем фокусироваться и отвлекаться как будто стал. Ладно. А, ладно. Ну что, что это такое? О, чик, спасибо, игра. Это слишком сложно было для такого казуального игрока, как я. Тут еще возможно пролететь? А, ну, слушай, а может, я могу? Нет, не могу. Я попробовать хотел управлять на... Все. Да дайте мне переиграть уже. Хотел на стрелочках попробовать. Жесть, какой сложный уровень. Мигель, как ты выжил? В следующий раз Майлз, если будет драться... А, ну, слушайте. А, легко. Лол, так мне не надо было делать лишние движения. Ой, а почему? Стоп. А куда? А, что за флэппи... Флэппи Бёрд? Тут, короче, все, я понял. Но это зато смешно. Короче, я лишние движения делал. Там просто... Уже для тупых все сделано, но даже я этого не понимаю. Вот, видите? А, я перепутал. Я опять перепутал. Все. Ну, слушайте, жесткая какая-то игра. Можно я не буду сейчас ускоряться? Как будто не хочется. Сейчас по центру же нормально? Ой. Нормально. Оп. Сюда, оп. Все хорош. Заканчивайте этот уровень. Ну, посмеялись нормально? А, еще все. Вау. Мигель, чуть восстановись там. Все, у меня нет права на ошибку. Я не могу. Какой же я тупой. Ладно. Как же они унижают меня? Да за что? Понимаете, все зрители будут думать, что я тупой. Разработчики, вы так и хотели? Ну, они, конечно, и так это знали. Но зачем это лишний раз подтверждать, доказывать? Ау. Тут еще меняется ориентация. Север. Оп. Ау. Да как? Все? Ну нет. Сколько вы сделали? Куда мы летим? Там дороги не нужны. Oh,
Gotta get back up there fast before Parker reaches his own 66th floor ahead of me. Parker, you're hanging in there. Oh, sure. Hanging, crawling, leaping, all part of the service. Hmm. And you can stop worrying about me, Mommy, especially since I'm the one who keeps having to bail you out. I'll keep worrying until this is done. How close are you to the 66th floor? Parker? Shh, shut up. I just spotted Brock. I'll be in touch. Parker! Parker, are you... Great. We've got to wrap this thing. Да, я видел, что я не собрал, если что. Bigger disaster than it already is. Рано. Тут надо еще вовремя просто нажать, чтобы... А как? Обманул. There's an alternate route. It'll slow me, but I can still get to the 66th floor. Так, есть вот такая штучка. Держите. Ну, я не это хотел подобрать. Меня еще и будет захватывать. Во! Кстати, самое время, знаете что, затестить комбо. Ну, в смысле, сделать комбо побольше. Почему оно сбросилось? Я же вроде... Где он? Эпичненько. Like the only way up to the 66th floor is through the ventilation. Mm-hmm. А мы на 44-м сейчас. Ну, я понимаю, что нам сюда. Нам надо пробить это или что? А, окей. Все, парни, давайте, удачи. Музончик такой напрягающий. Ну, прикольно, что мы знаем, что будет дальше. То есть сейчас же там Брок будет драться с Паркером, мы будем спешить еще. Это создает какое-то дополнительное такое волнение, что ли. Я не знаю, чуваки, а есть смысл? Как бы мне все равно сюда идти. This is nuts. Old nuclear plants had less protection than this. Так и думал. Вот именно... Именно в момент, когда я был по центру лазера. А, точно. Ну я с минимальными повреждениями вышел. Не надо, не надо писать... Так, и какой это этаж? Тут не написано. Parker, I made it to the 66th floor. Where are you? Is this anti-venom still hiding? I'm face to pasty face with anti-venom. Eddie, you're responsible for the explosions? Trying to blow you up. If you were really trying, you'd have done it. What's going on? Kill you now. What's happening there, Parker? Anti-Venom's fighting himself more than he is me. Subcutaneous control chips would do the job. How dangerous is this guy? He drains my powers on contact, and he's invisible to my spider sense. Terrific. But where are you now, and can you avoid Anti-Venom? 66th floor. And yeah, maybe I could avoid him. Plus, if his explosions bring the building down, people for blocks around will be killed. Uh-huh.
Ну, вроде бы все. Так, ну Веном, антивеном сбежал. Мы можем прокачаться на самом деле. Было бы, кстати, честно, прокачать. Больно. А, у меня же, кстати, новая штука есть. О, хорошо. Вот это я попал ему по жбану. Ой, что за звук был страшный? Как будто... Так, нам туда, да? Сейчас прокачаемся, сейчас. Gotta find a way to get Eddie Brock free of whatever's controlling him. Так, секунду. Ну, смотрите, мы давайте прокачаем тогда Мигеля. Сколько? 5? Стоит 10 стоит. И это тоже мы не можем прокачать. Так, а совместные какие-то штучки? Тут ничего нет, да? И тут тоже у нас, ну, 10, понятно. Ну да, а что я тогда могу прокачать? Типа M. Мне же не хватает. Ну, а почему доступен апгрейд? После Венома, кстати. Сюда хорошо подходит. После Венома доступен апгрейд. There you are. Eddie, you're being controlled. Fight it. Fight you instead. He took off again. Yeah, if only you'd do the same. O'Hara, if you don't get that I can't turn my back on danger, no matter what the cost, then you've got no business calling yourself Spider-Man. Wow, I'm hurt. Guess what else I am? Still alive. Let's hope you get to keep saying the same thing. Угу. Я же не могу сюда. А, вот там. I'm sure the switch for that door is around here somewhere. Pull it together, Spidey. Я понял, на скорость. И, да, найс. Свое успел, хорош. Не лох. Ну тут было бы странно здесь облажаться еще. Не, ну согласитесь, вот что бы вы делали, если бы я не был, не был таким тупым в прохождениях? Смотрели бы идеальное прохождение, ну это разве интересно? Сейчас скажут, ну да. Не надо, ребят. Надо радоваться. Ой, страшно. Как будто сейчас что-то произойдет, нет ощущения? О, 500 этих я собрал. We've been a lot of things to each other, Eddie, but you've never been anyone's patsy. Stand there and call him names. Great plan. Should get myself scarce. Eddie, listen. You've got a chip inside you that's making you do this. Just making it easy. The longer that thing's in you, the more it's rewiring your thinking. No. No, it can't. Parker, what are you doing? Because it's causing major problems here. I've got to get the atomic energy regulators out of the way so they're not destroyed. So, I'm in... danger of frying from radiation because of explosions on your end? Hey, you're the one who told me about quantum causality. Yeah, well, now I'm telling you to fix this. Gotta rest up. What a grouch. Я пытаюсь. Да, да, вижу. Видите, даже стараюсь не тупить, быстренько все делать. Там Мигель. Okay, O'Hara, the first regulator's safe. The radiation level is dropping, but my costume's providing me some protection from it, but it's not gonna last forever. Just give me a minute to take care of the other two regulators. A minute's about all I have. Oh, главное самому еще не упасть. Вот так. Come on, Mark. Иду. Они, знаете, еще мне показывают Мигеля там умирающего. Я такой, а, Мигеле надо, это не моя вина. Second regulator
safety. Is it still affecting things on your end? Yeah, it's still dropping, but the cumulative effect, if it's not stopped entirely. Have body parts started falling off yet? No, I'm still in one. What do you mean, yet? Are you planning to make this go away or not? You know, you gotta learn to lighten up. I'll take care of the last one. Everything will be fine. You're not the one who could end up as a human nightlight. Ну тут времени, кстати, нет. Так что я могу хоть неделю делать, но я постарался побыстрее. Быстро я телепортировался. О'Хара, tell me you're okay. Better than okay. I'm back up to full strength. I hate to admit it, but this quantum causality thing of yours is actually pretty effective. Oh, glad you approve. You know, for something that makes no freaking sense at all. Oh, dead end. No, wait. There's an air duct. I can get to Brock that way. Ну здесь как будто уже какой-то ящер ползал, смотрите на это. Ну, это разбить надо? А, угу. Смешно. Там вообще как будто пола не было. It's a two-man operation, but I can move fast enough after I hit that switch to get through. Опять время. Погнали. Не, это я хотел. Ладно, пойдем. Спокойно, спокойно. Главное не терять веры. Ой, а как? А где? Стоп, а где вход? Понял. Ну и я теперь знаю, как... Да, что, парки, ну что такое? Ну, ну не в текстур, как же залезать? Ну? Ты можешь спрыгнуть? Не очень удобно. Так, окей, все, я понял, как это делается. Значит, а я могу... Так, заходим. Все, есть. Примерная система, да? Угу. А что вот эта синяя штука дает? А, это копится ульта, что ли? Так, че? Мы стоим? Погнали. Зря я сделал это, конечно. Давай, 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 давай. А, ну все, изи. Как будто они специально просто сделали, чтобы я позорился перед зрителями. Тут опять какие-то... Ой. А кто это делает? А, это вот эти твари. Все? О, прикольные фигурки здесь открываются еще какие-то. Ну, потом уже посмотрим, чуть попозже. Опять пишет, что апгрейд доступен. Доступен апгрейд. Жесть, что это за тварь? Это какой-то, не знаю вообще, аномалия, но это из радиации? Да-да-да. Ау! Это кто смеется? Кстати, это такая же лока, как была в этом в туториале с Мигелем. Ну, где нас обучали прям, да? Так, ключик я получил. Мадр. А, ну это типа мать этих тварей.
Я могу там, типа, куда-то сбежать, но... Я не... Ой. Сейчас. Может, там есть хилка? Чё, нет? А это что-то... Я стараюсь, ребят. Что-то как-то прям этот... А что это делает? Тут реально нет. Все, до свидания. Отсылки на Металлику. I'm worried about what you'll do to other people. And yeah, to me. But if you can fight it... He can't, trust me. Oh yeah, I always trust people who are trying to kill me. So you're the head lunatic. Well, we haven't been properly introduced. I'm the guy who's gonna stop your plans. Good luck with that. Anti-venom, finish him. Can't! Can't! Impressive resistance, but activating all the control chips, releasing your more bestial side, should do the trick. Хм, удивительно, что мы опять играем здесь за паука. Там видели, Октавиус был за слоном. А вон он там работает с щупальцами. Потихонечку бью. Ау, попал. Вот один раз. Да слушай, он изёвый как будто. А, ну понятно. Еще какие-то, да, жижи будут. Да, хил. Тяжело драться, когда ты знаешь, что ты обречен на провал. Ну, то есть тебе уже в начале показали, что ты проиграешь. Мотивации нет. О, давай. Turns out you were wrong. Hope that doesn't wound your ego. What, you think if you die, I'll be happy to be right? Well, I don't think you're happy to be wrong. Well, then you know as little about me as you think I know about you. What I know is that Brock looks to be down for the count. Better make sure, though. So, can we call this one a wrap, Eddie? Maybe go grab some coffee, laugh about it? Я могу уже припрыгать. А где-то надо было пройти, чтобы нормально было... Ну, физика есть даже, видели? Надо обойти. Такой лабиринт сделали. Я думаю, он еще не готов, чтобы, типа, это... Нокдаун объявлять или что-то. Нокаут.
здесь реально сделали лабиринт. Я не могу по-другому ходить. Он здесь, очевидно, в центре. Что-то жрет, сидит. Okay. Guess I can go back now and take out Sloan once and for all. Okay, great. No spider sense. No! No! I'm trying to cure you. Go cure yourself. Хорошо. Nice try. Didn't work. Yes, it did. Now to finish the job. У меня нет этой штуки. Ой, ой, ой. Испугался. У меня нет этого уже быстрого бега. Уходим. Кстати, да, реально могу. Так, а, на него не работает эта штука. А, не работает. Почему там все время появляется фотография этой Мэри Джейн? Эпичное переключение на Мигеля. Прям не, согласитесь, интригу они держат круто. Чё? С самого начала такой, что происходит? Паука вроде убили. Ау, забыл. Спасибо за ключ. А, ладно, окей. I'm about to reach the gateway room. And when you get there, then what? Don't worry. Yeah, why would I? Oh, you've got to be kidding me. Parker, it's another time distortion blocking my way. Don't blame me. I'm not blaming anyone. I need to find another way to the gateway room. Мне прям гораздо... Там было по прямой, видели, пробежать, а сейчас обходными путями. Ой. Да. Куда оно телепортируется? Оп. Не успел. Так, вон она, да, эта тварь? Нет, это робот. Ну, в смысле, там, не знаю, человек в костюме или робот. Ну, по-моему, здесь роботы все. Стоп!
Стоп, а кто за... Как ты меня видел? Ну и оставайся здесь, удачи. Так. Неплохо. Все. А, ну вот эта тварь. А, это робот все равно. Я думал, это опять вот эти вот чудища, которые были у Паркера. Так, мы вытаскиваем эту штуку. А, и пока она типа... Надо еще успеть здесь вытащить. Point taken. I'll hurry. Так, мне нужно добиться до этого, до парадокса временного. Сейчас чуть накопим. Хорошо. Есть. Так, один ключик, во-первых, выбили. Так, второй. А нам всего три, да, нужно? Угу. Хм, прикольно. Все, три, да? Ага. Ой, привет. Не заметил. Узнали? Куда ты? Да ну прыгни. Так, сейчас там, возможно, время будет, поэтому я чуть подпитаюсь. И... Да, ну естественно, они сделали вот временные двери, теперь они такие... Ой, прикольно. Ой, а что? А как выбраться? А, ладно, а я могу этот, перегрузить систему? Спасибо. Удобно было бы, если бы туннель сразу шел к этой двери. А, привет. Да не, нормально. Здесь гораздо легче, чем было. Only thing I can think of is to go back to your time. Swell. We'll do lunch. Ну пока идем. Идем бодрячком. Я что-то не совсем понял, куда нам идти. А, ага. Тут не очень удобная. Стоп, что? А, ладно. Не хватило еще одного удара. Я думаю, давайте уже попробуем в этом эпизоде добить. Я не знаю, сколько еще тут, типа, добираться до Паркера. Как будто мы уже прям вообще, ну, близко. Не хочется ни на чем заканчивать эпизод, серию.
Есть, да? Вроде победил. Фух, ну напряженочка идет. Поэтому, сори, я... Ой, ой. Да... Не понял. Погнали, 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 погнали. Давай, 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 нажимаю. Есть. Паркер, ты still with us? Тут вообще речи. Not for much longer if Brock has anything to say about it. O'Hara, maybe I would have listened to you. You did keep saying shock all the time. No, you did listen. You just did what you had to do. I didn't think I'd have to die for it. No, you won't. Trust me. Get you through this. Almost hitting you. That makes two of us. А, ну тут очевидно, мы нам надо, да, еще выбраться обратно в ту локу. А чё, я ничего не могу сделать. Да, меня просто избивают. Алло. Вот это унижение. Что за симулятор сбиений? Я просто... Spider-Man, but I've had 100 years to plan this. Keep your friends close and your enemies closer. I kept you close to keep an eye on you, make use of you. But now you're done, and I'm done with you. O'Hara, a little help? O'Hara, if you're there, I got nothing left. No power, no nothing. You tried to warn me. I was an idiot. Stop talking about yourself in the past tense. This isn't over. Spoken like someone who isn't here. I will be. Just hold on. I'm doing what I can. Come on, Parker. Where's that never say die attitude? I don't need to say it to do it. And I'm out of jokes. Так, ну мы тут еще музыка такая, еще слезы пойдут, ребят. Реально там хорошо прям сделали. No way, no shocking way are you giving me brave last words. А, я понял, эти твари здесь металлизированные, ну, роботизированные, вот они. Давай, 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 Мигель, немножко осталось. Так, еще. Где эти ключи? Ага, вижу. Угу. Есть, да? И последний. А, что тут происходит? Ну, и в него четко. Ну, есть ключик. Музычка героическая, как будто, не знаю, тема Лиги Справедливости, даже что-то похожее. Библейский эпос сейчас на экране происходит. Ау, больно. Я пытаюсь выбить ключ. Ну как-то все время от меня уходит. Ну на самом деле враги здесь. Смотрите, как он ловко. Есть.
Синематики здесь потрясающие, на самом деле. Why the shock didn't he listen to me? I should have found a way to get him to listen. Я думаю, на этом мы закончим. Это было потрясающе. Дальше глянь, я не знаю вообще сюжета, поэтому для меня это тоже сюрприз, как для вас. Вот, спасибо, что посмотрели, поддерживайте лайком, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу серии. Мне прям синематик очень понравился, он реально качественный для 2011 года, очень хорошо сделано. Вот, пишите, подписывайтесь, новые серии не пропускайте, всем пока.